Первый Балтийский канал представляет 18 октября Ледовый холл Тондераба. Головокружительное трехчасовое шоу олимпийских чемпионов по фигурному катанию «Короли льда». Евгений Плющенко, Стефан Ламбьель, Бриан Жубер, Ирина Слуцкая и другие многократные чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Также зрители шоу станут свидетелями уникального трюка фигуриста-акробата Сергея Якименко, который совершит прыжок через автомобиль. Этот трюк занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Специальный гость — скрипач-виртуоз, обладатель премии Эмми, победитель Евровидения Эдвин Мартон. Билеты в Пилителеви.